Всем доброе утро. Я уже девчоночек своих проводила. Сейчас камеру включила и заметила, как сильно отросли у меня волосы. А еще очень много опять сидулечек. Сижу вот думаю, у меня что-то вчера на меня нашло. Вечером думаю, сегодня как по-другому на кухне поставить стол. Хочу как-то его... Хочу как-то по-другому поставить. Буду сегодня его двигать, переставлять. Может, найду более удачный вариант. Вообще, мне что-то вчера на меня такая печалька напала. Вообще, дочь там считала. Мы опять вчера с ними в карты играли, сидели. Захотелось им в карты поиграть. Вот. Дочь там считала. Через сколько я? 18, да все вот это. У меня что-то так... Вообще не знаю, у меня последнюю вот неделю, наверное... Я не знаю, как это назвать. Нарушен эмоциональный фон. Я, короче, на все очень реагирую. И вообще плачу много. И вообще непонятно почему. Сентиментальность зашкалила. Как поставить стол. Я додвинула холодильник. Сейчас, в общем, все покажу. Додвинула холодильник, он чуть-чуть выпирал, теперь он вровень со стеной. И стол я пока переставила вот так. Мне захотелось... Вещи не сохнут, занесла. Мне захотелось отгородить вот так слегка кухню. Мне кажется, прям вообще очень прикольно стало. Тут мы будем кушать. А там кухонька сразу моя маленькая. Мне кажется, прям вообще прикольно смотрится. Вот так получилось. Хочу придумать какую-нибудь коробочку, либо купить, либо что сделать, чтобы вот эти сворачивать и убирать, чтобы они не постоянно лежали на столе. Мне не нравится, когда они на столе лежат. Так, кажется, стол такой весь убранный, а они когда лежат как-то... Блин, как будто кто-то кушать собирается. Я так не хочу. А еще вот так вот у меня сушатся носки целой кучей. Ну, по одному их развешивать смысла нет. Батарея горячая. Они сохнут. Вот девочка бы пришла покусить. Вылезла. Попила водички. Кстати, надо сходить водичку выключить. Потому что она из-под крана только пьет. А я холодильник задвинула. И у меня теперь вот эта коробка мешает открывать дверь. Вот нужно куда-нибудь поставить коробку. Это комбайн у меня там стоит. Ну как, там стоит подставка и чаша. Все, больше в этой коробке ничего нету. Вытаскивать и куда-то находить место для коробки. Без коробки, вот просто чаши и комбайн у меня тоже нету. Поэтому вот думаю, что на балконе место найду. Ей, в принципе, холод ничем не... Ни сырость, ни холод, ничего не грязь. Там пластмасски только. Вот надо найти этой коробочке место сегодня. Переоделась, собралась идти за варюшкой. На улице светит солнышко, 7 градусов, и я решила не одевать даже шапку. Прям так солнечно. Тучки ушли. Ветерок, правда, дует, вижу. Все сегодня до 12, вот уже. И до 12 время тоже быстро пролетело. Я сегодня столько дел успела, правда, переделать. Все, побежала я за ребеночком, за своим. Все дома. Все девчонки сейчас мучили обед. Приготовила я первый раз им кашу не сладкую, а соленую. И это такое мучение.
Кто-то вот яйца отварные поел и кашляет. Ой, не знаю, что с ним делать, сегодня танцы. Надо идти. А кто-то кашляет? Иди горло полощи. Давай, бегом. Я тоже хочу, скажи, поучаствовать в процессе разговора. Ой, ты сейчас меня уронишь, Варюша. Я что-то с ними не хотела кушать, а сейчас уже время маленько прошло, хочу выпить чайку. Я решила питаться только тогда. Ну, интуитивное питание, оно в принципе так и работает, что ты ешь только тогда, когда ты хочешь. Не за компанию, не потому что нужно, а потому что ты захотел. Мы с Варюшкой пошли на танцы. Я сейчас скажу, доброе утро. Доброе утро. Ну, можешь доброе утро сказать. Забрали мамину посылочку. Забежали на Озон. Я пыталась накрутить себе кудри, но походу их уже нет. Куда-то они укудрились. Улица у нас пасмурно стала, кстати. Все солнышко, про которое я сегодня целый день говорила, куда-то делось. Мы вышли на улицу, и солнце резко испарилось. Не хочу с вами видеться. Иди нафиг. Идите, идите. Все равно тепло. Еще пока что радует. Ну, это только пока что. Я бы за руку держала. Мне целый часочек сидеть, отдыхать, ждать Варюшечку. Много, это долго, особенно если на улице сидишь, когда прохладно. Там иногда бывает. Ждешь тренировок там целый час, и они пролетают очень медленно. А когда ты занимаешься? А когда я в школе, все 4 часа и 3 пролетают как торпеды. Я иногда сижу на улице, потому что там места заняты. Сегодня вроде не холодно, можно, в принципе, и на улице маленько посидеть. А можно там посидеть, если там будет место. Но там, скорее всего, жарко будет. Мне ждать тебя на лавочке. На лавочке. Посмотрим, где я тебя буду ждать. Что, мы вернулись домой с Варюшкой. Сейчас были в магазине. Мы вошли временно. Временно вошли в режим экономии. Так необычно. Обычно заходишь в магазин и берешь то, что тебе надо. Но бывает. Вот у нас первый раз, и дочери непривычно. Бывает режим экономии. Вот она сейчас так огорчилась, что я взяла 2 шоколадки, а себе не взяла. Ну, как бы и я взрослая, я могу пережить этот момент. А вот ее огорчило. Ладно, мы сейчас собираемся ужинать. Варюшечка пойдет сейчас переодеваться. Алена еще уроки делает. Вот, сейчас будем чаек скипел. Что-то я так застыла, пока Варюшка сидела, ждала. Сначала села на улице, на лавочке. Ну, так холодно, 10 градусов. О, 8, кстати, градусов. И ветерок такой. Я думаю, не, я пошла в здание, зашла в здание и сидела. Там неудобно сидеть вообще, там стульчики. И дети приходят, и там разуваются. И так вот все вокруг обуви. Караван такой. Обувной этот. Обувная пустыня. В общем, вот. Дождалась ее и домой бежали. И у меня аж прям так эта охота. Горячего чаечка. Сейчас будем пить чаек. Кто тут играет? И это кто тут такой балаванюшка? Лежала, я ее гладила, она прям даже не шевелилась, такая хорошая, тут кусаться взялась. И ты кто придумал кусать маму? А? Кто такой хороший придумал кусаться? Ты же не хочешь, сама зевает, уже не хочет уже кусаться, и все равно балуется. Ой, 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 игрушка моя, ты моя игрушка маленькая. Сняла ей кофточку. Вчера забыла на ночь снять. Думаю, на ночь не нужны майки, пусть спит. Голышом дома тепло, хорошо. У нас, кстати, тепло, несмотря на то, что батареи все завешены.
все равно дома тепло, уже батареи, видать, подбавили. До этого были вообще чуть тепленькие, сейчас уже горячие. Ой. Ну-ка, прятай нос, прятай свой нос, как ты любишь лапками прятать носик. Не куся. Ой, где нос? Ой, Путалов. Ты красавица моя, рыженька, красавица. Ой-ой-ой, девочка моя прятает носик. Носик. Я греночек сегодня, смотрите, какие они другие чуть-чуть. Аленушка уже отгрызла кусочек. Они сегодня на сливочном масле, поэтому они такие красавчики. Говорю, что там что-то писала. Я это, чтобы завтра в ТикТок снять. Ты шоколадку ела? Ела шоколадку? Да. Да? Надо было говорить, как в приколе. Нет, не ел. Не ел. В общем, вот так. Приколик, кто брал? Ты сахар ела? Нет, не ела. Точно? И вот так вот все в сахаре. Так и Варюшка шоколадку не ела, рот весь шоколадки. А мы, мы собираемся спать. Давай быстрее прикол. Амелия, кто брал шоколадку? Зайчик. А ты не брала? Нет. Не брала. И Варя не брала шоколад. А мы хотим вам пожелать спокойной ночи. Спокойной и ночи. Всем пока-пока. Пока.